Другой китайский спортсмен Джин Лингуань. В прошлом году в финале юниорского гран-при пятым был. Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров позапрошлогодний. Мягенько так, аккуратненько выполнил каскад из двух тройных. Луц-тулуп. Как будто боялся, что этот прыжок будет слишком шумным. Настолько мягко он это делал. Также чистый флип. Джин Лингуань. В принципе, спортсмен-то такой музыкальный. Хорошо двигается. Качественно исполняет прыжки. Чистенько. Не замахивается на четверной и тройной аксель в своей короткой программе. На четверной, судя по всему, не замахивается и вовсе. Действительно, как фигурист себя вел в этой короткой программе. Вот тут немножко плоское, конечно, отталкивание на луце. Не знаю, что скажут судьи, его тренер Ян Лю. Под конец дорожки шагов, конечно, уже с силами был небольшой напряг. Это его двойной аксель. Так он даже из прыжков эмоционально выезжает, надо сказать.
Ну, не мудрено, что под конец дорожки шагов кончились силы, потому что так вот с каждой секундой программы темп все увеличился и увеличивался у музыки, и не следовать этой музыке было, по-моему, невозможно. 66 баллов, его рекорд. На 2 балла он побил свое достижение, оставшееся после юниорского гран-при позапрошлогоднего в Таллине. Да, весьма.